Ах ты вордюга, а? Ах ты вордюга какая. Влад, ты видел, что она сделала? Это ужас. Это безобразие какое-то. Это просто безобразие. Сейчас мы ее будем ловить, друзья. Куси. Она только этого и ждет. Друзья, всем привет, с вами Дан Запашный, ведущий этого безобразия, этой рубрики, мобильный репортер. Каждый раз снимаю одним дублем роль. Ты ж смотри, какая еще не могу. Каждый раз снимаю одним дублем эти ролики. Давно я не выпускал влоги. И, кстати, на днях должен выйти один из них. Сейчас я вам покажу. Покажу, что происходит. Вон, у нас уборка идет. Я тут всегда филоню. Ребят, идет монтаж. Спойлер небольшой, смотрите. Будущее видео. Ролик на нашем канале. Он прикольный, кстати, должен получиться. Вот это все надо в порядок привести. Ладно, все, не буду больше показывать. А еще, ребят, есть на моем телеграм-канале, кто не знает, Дан Запашный лайф, где это обидит. Ты ж смотри, какой. Это поймать надо его, а? На нашем телеграм... На нашем телеграм... Сейчас мы тебя... Так, ну-ка, выбегай оттуда. Мешает Владу, потому что жопа вся мокрая в воде. Не заводите, друзья, обезьян домой. Это такое себе занятие. Значит... Телеграм-канал Дан Запашный Лайф. Вот сюда нажимаете. Сейчас впервые в истории фестиваля. Слушайте внимательно. Выдающийся приз международного фестиваля. Промотаем вперед. Теперь они очень любят. Подождите, пока придет мясо. Слышите? Русский язык, ребят. Русский язык идет. Так, это длинный язык. Завтра мы приготовим мясо теплым. Смотрите. Что это такое? Друзья, короче, есть очень крутой, прям невероятно крутой дрессировщик хищных животных, на мой взгляд, самый крутой на сегодняшний день дрессировщик в мире, потому что у него целых 3 награды на международном, самом крутом цирковом фестивале, который проводится ежегодно в Монте-Карло. Его зовут Мартин Лейси Джуниор. Я с ним лично знаком давно, когда мы работали в цирке Кроне в Мюнхене. Он приезжал и репетировал со своими животными. Я был свидетелем того, что он делает. Он работал тогда с сальвицами только. Вот, ну, просто потрясающий контакт с животными. Я, честно говоря, был очень впечатлен его трудолюбию и таланту. Это вот реально классный еще человек. Очень веселый такой. Ну, и, в общем-то, ну, я не знаю, что сказать. Просто так, такие награды. Ребят, 3 награды. 2 золотых клоуна и 1 серебряный клоун, который вот он выиграл. Просто так такие награды не даются. И вот в моем телеграм-канале я разместил ролик в единственном экземпляре, который сейчас переведен на русский язык. Заходите, посмотрите. Аж прямо что-то аж запыхался. Так, друзья, вот эта обезьяна, которая нам не дает абсолютно ничего делать, это просто какое-то безобразие. Просто какое-то безобразие. Она мешает поставить. Смотрите, смотрите. Она же не знает, что делать. Она и сюда побежала, она и сюда побежала. Влад, что происходит? Почему она такая активная? Что вообще, почему? Это потому что она обезьяна или потому что она ест волшебное манго? Потому что она обезьяна, потому что она любит жизнь. Жизнь. Хорошие ребята. Да. Ну, компания многое определяет. Друзья, а что я могу сказать про нашу компанию? То, что у нас самая крутая компания, вот, которая собралась на нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях. Вот, знаете, хочется сказать... Не знаю, это нескромно будет подобное притягивать подобное, но, друзья, правда, спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии. Я их читаю, у меня поднимается настроение, мне хочется больше снимать и снимать для вас разного материала. Вот, по поводу материала, ребята, я сказал то, что вот скоро демонтирую этот ролик, надеюсь, что в ближайшее время он уже выйдет на YouTube-канале. Мне кажется, интереснее смотреть, конечно же, влоги, потому что там есть какой-то типа сюжет. Вот, там есть история, а здесь вот нет никакой истории, здесь просто вот эта безобразная обезьяна, которая почему-то все спрашивают, новые зрители, ну, в принципе, я уже не удивляюсь, что у ней, говорит, памперс, неужели вы не можете научить, цитирую, ходить на лоток обезьяна, прикинь, спрашивают люди, говорит, а что, говорит, у вас обезьяна на лоток не ходит, она, знаешь, как кошка, знаешь, ночной горшок, вот тоже, кстати, хороший такой вариант для вопросов последующих. Также человек говорит, в туалет не ходит. Что она говорит, не умеет, что ли, у вас? Вроде разумная такая женщина. Смотрите, если медленно к ней подкрасться, все равно ничего не получится.
Ладно. Вот, а я каждый раз говорю, друзья, у этой волосатой женщины, это для тех, кто задает эти вопросы, так же, как и у обычных женщин человеческих, есть особые дни. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Это вот раз в месяц происходит. И, ну, никак тут вообще, вот просто без этого памперса, что еще сделать? Приходится его носить. Бывает, мы его одеваем, когда Боня что-нибудь там, не знаю, что она там, грязные пальцы в рот засунет, и получится то, что друзья, как бы, ну, сами понимаете, происходит несварение, как говорится, продуктов, и, ну, приходится тоже одевать памперс в избежание, собственно, каких-то несчастных случаев во время резких прыжков и там или еще чего-то такого. Так, уйди оттуда, уйди в ру. А так, в остальное время у нас, в принципе, все нормально с этим. Вот, это просто предвкушаю ваши вопросы. Да что ты будешь делать, Влад, лови ее, лови, лови. О, видали? Это новый трюк. Да, это было что-то новое. Кстати, действительно, вот, знаете, хоть бери камеру постоянно с собой, я уже об этом говорил. Иди сюда, я тебя поцелую. Здесь холодно. Иди туда, иди вон туда пока. Здесь сквозняк. Ребят, мы просто проветриваем, когда убираем, все равно влажно. И чтобы свежий воздух был, он обязательно должен здесь быть. Мы проветриваем помещение. Вот, а Боня норовит, как только окно открывается, сразу туда бежать, язык показывает всем. Ну, мало ли кто-то пройдет, знаете, ну уж прикольно, там обезьяна в окне, и вот она такая красивая. Язык показывает, люди такие изумляются, думают, что же это за безобразие. Еще она у нас сломала, ребята, отгрызла, так сказать, часть руля. Вот, и вот, не знаю, вроде бы не голодная, но, тем не менее, такая вот история есть. Ну, что еще раз скажу, друзья, не забывайте про телеграм-канал. Это очень волнительно, потому что у меня там ноутбук, ребят, стоит. Это, я говорю, здесь нужно держать уши на востро. Быть очень... Боня, спокойно, Боня. Боня, монтировать не надо. Забирай, забирай самокат, аккуратно забирай, давай, давай. И... Молодец. Так, не забывайте про... Не забывайте про телеграм-канал Дан Запашный Лайф, там много чего интересного, интересные новости, публикации, там все такое, опросы происходят. И смотрите YouTube. Друзья, всех с наступающими новогодними праздниками, до скорых встреч в следующих роликах. Пока!